вот совсем немножко, казалось бы, почистила листвы и уже устала. А героиня нашего сюжета с утра до вечера в компании метлы и грабель. Наталья Лебедева в этих дворах на заводской Игаевского царица. Пусть царица метлы, но глядя на то, как кипит в ее руках работа, а улица с каждым часом становится заметно чище, восхищаешься. Трудно представить, насколько тяжело быть дворником. Листопад, без сомнения, красиво, но именно с ним ведет войну наша героиня. Я знаю, что я убралась, люди сказали спасибо. Я сама гляжу, вот, когда уберусь, ой, как чисто. Мне прямо вот на душе прямо вот радостно, на самом деле, что чище стали мои улицы, которые я убираю. Швея по профессии, последние 7 лет Наталья трудится дворником и не жалеет о таком выборе. Всегда на свежем воздухе, очень много здоровья. Я перестала болеть, как раньше болела. Болела буквально через, ну, раз в неделю точно. Ангина. Тут же помощник, супруг Натальи, Иван, тоже дворник. Супружескому союзу Лебедевых всего месяц, хотя знакомы много лет. Сначала я устроилась, потом она устроилась. И как-то вот... Смотрите, красиво метет. Можно и так сказать. Что-то слово за слово И в ЗАГС. Ну да. Ну, недолго думая, конечно. Но думали, конечно, лет так 7, наверное. Сменив фамилию Гусева на Лебедеву, Наталья, тем не менее, никуда не улетела, а все так же трудится на своих улицах. Иван гордится супругой как профессионалом. Еще бы! Наталья недавно вошла в тройку победителей конкурса работников жилищно-коммунального хозяйства Московской области, обойдя в знаниях и мастерстве десятки соперников. В следующем году, уверены оба, Наталья победит. Мерю. Буду стараться. Сначала третье, потом второе, а потом уж... Потом первое. Человек, душой болеющий за дело, которым занимается, этого вполне заслуживает. Сегодня приезжает нас губернатор Воробьев. Нам вчера вечером позвонили, и даже ночью не спалось. Как бы сделать, чтобы вот показать ему, что вот самый у нас красивый город, самый чистый. Мы вышли сегодня в 5 утра, и вот еще темно, на улице темно, а мы работали уже. Желаю жителям этого города быть добрыми, порядочными, и чтобы немножко сами чистоту соблюдали. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».